Эта вечеринка не совсем обычная. Теплая дружеская атмосфера здесь соседствует с высоким градусом торжественности, элегантности и стиля. Мы сегодня пригласили всех наших друзей в наше новое творческое пространство. Мы не так давно сюда переехали. Нам самим очень нравится здесь находиться, потому что все очень красиво. Нам помогали обжиться здесь и навести эту красоту мои любимые дизайнеры Элла Богуш и Настя Копырина. Как и принято в высокой моде, большинство гостей пришли в нарядах от бутик-ателье Светланы Брумберг. Я всегда с образования из бутика Светланы, еще даже по другому адресу, за ней следила. И узнавала о ней от других людей. И потом, как-то вот так сложилось, что я решила все-таки к ней заехать, нашла ее в Инстаграм. И сегодня я здесь, отшиваюсь у девочек. Планы у нас большие, чтобы мне с ними очень комфортно. Со Светланой дружим очень давно, еще с прежнего места ее работы. Я выбираю Светлану, потому что у нее замечательное качество, европейское качество шитья одежды, у нее прекрасные ткани, качество ткани замечательное, натуральные ткани. В программе вечера, помимо приятного общения, выступления друзей и партнеров, которые с удовольствием рассказали о праздничном декоре пространства, создании изысканных десертов для приверженцев здорового питания, о современной женственности, а также авторских украшениях. Процесс создания украшений из стекла, потому что для меня это настоящая магия и тайна, потому что сколько лет я уже не занимаюсь, но я каждый день что-то для себя открываю, новые эксперименты, новые пробы. Главная тенденция моды наших дней – это индивидуальность. Гости этого вечера не только знают о том, но и придерживаются тренда в составлении собственного гардероба. Замечательный человек с таким чутким, тонким вкусом, наверное, прочувствующим каждого человека, что ему нужно. Но Светлана настолько предрасположит к себе, она настолько поможет все подобрать, все четко, тонко, что это будет дальше радовать не только глаз, но и душу. Я увидела первый раз вообще в Инстаграме, про ее бутик, и ознакомилась с ассортиментом, который представлен в ее бутике, и мне это стало интересно, это достаточно интересно. За ходом вечеринки в сетях следил весь мир. Ну а на память у присутствующих остались приятные воспоминания и новые модные идеи, которые обязательно будут воплощены в бутик-ателье Светланы Брумберг.